очередной гаджет для EDC любителей тематики. Все свое ношу с собой. Это такие китайские палочки, которыми можно есть лапшу, можно есть все что угодно. Одни палочки я уже обозревал в своем EDC наборе, вот решил заказать другие. Со слов продавца, это должны быть эбонитовые палочки из эбонитового дерева. Посмотрим, так ли это на самом деле. Очередная посылка. Тему EDC безделушек, которые валяются в рюкзаке и ждут своего времени. Здесь у нас обзор будет на... Да, чехол мне уже не нравится, конечно. Здесь у нас палочки для еды. Эбонитовое дерево, как было написано. Ну, похоже на эбонит, конечно. Это мы, кстати, сейчас сможем проверить. Они круглые, ребер у них нет. Удобные. Сейчас проверим. Да, удобные. Как проверить, эбонит или нет? Самый простой детский способ. Потереть о шерсть, либо о волосы. Ну, что-то на эбонит это никак не тянет. Может быть, конечно, здесь сделано немножко топорненько, но тем не менее, вот такие вот две палочки с чехлом нам прислали китайцы. А вот мой предыдущий набор аналогичных палочек, только деревянных. В чем же различие? Здесь есть квадратные грани, здесь их нет. Но по длине они такие же. Но это просто дерево обычное. Можно, конечно, это взять и сложить сюда. Такой красивый чехол, положить новые красивые палочки. И теперь у меня вот такой вот наборчик. Свои палочки, которыми я неоднократно пользовался, можно положить в этот чехол. Но он реально больше. Ну, то есть, смотрите. Стоит, наверное, переплатить и заказать вот такого плана чехольчик. Есть там на Алишке такие продавцы, которые продают в нормальных чехлах. Ну, а так, в принципе, этот из полиэстера не будет собирать воду. То есть будет легко проветриваться, как минимум. Мы убираем наши палочки. Ссылка будет в описании. Ссылка на подобные палочки тоже будет в описании. Всем, кому понравился обзор безделушек для EDC, оцените это видео, подпишитесь на канал. До новых встреч!